Доброе утро, дорогие мои зрители! Я хочу поблагодарить за все те поздравления, которые пришли на мой телефон и в мой адрес. Я, в свою очередь, хочу поздравить всех вас еще раз с праздником весны, с праздником улыбок, цветов, добра, счастья и... Хочу поздравить вас своим сегодняшним видео. Сегодня у нас оно поистине весеннее, красочное, яркое. Я постаралась, по крайней мере, все сделать, чтобы поднять вам еще больше в этот праздничный день настроение. Итак, поехали. Московит. Так, тем более у нас сегодня солнечный день. Хочу показать вам еще все минералы на солнышке. Вот такой московит у нас сегодня. 1600 рублей. Вот такой подвес. Посмотрите, пожалуйста, относительно пальчиков. Кому нужно будет, я замерю и его... длину, ширину, ну и взвешу, если кому будет нужно. Кулон Афит. Шикарнейший вот такой Афит. 1600 рублей. Моховый агат. Посмотрите, какая красота. 2000 рублей. Я сегодня постаралась, чтобы все цены были не просто демократичными, а чтобы каждая женщина, каждая моя подписчица смогла сделать сегодня себе подарок. Симберцит. Фантастический кулон. Нереальнейший. 3500 рублей. Вот такой симберцит. Обсидиан. Седой, как положено. Вот такой треугольник. 2500 рублей. Хром диапсиды. Овал. Так, обсидиан не сказала размер. 18,5 размер. Значит, смотрите, вот в этой коллекции Низельбер в серебрении все размеры, ну, крутятся около 18,5. Редко-редко может быть 19. А так 18,5 это стандарт. О, солнышко, посмотрите, как освещает наш хром-диапсид. 18,5 размер, 1500 рублей. Хром-диапсид капля. Тысячу 700 рублей. 18,5 размер. Еще одна капля. Посмотрите, пожалуйста. Хочу обратить ваше внимание на цвет и на качество. Вот эта капля уже стоит 2000 рублей. О, солнышко. Солнышко наше выглянуло. И... вот такой овал у нас. Получается, что я все камни показываю на солнышке. Вот такой овал. 18,5 размер. 2000 рублей. Солнечник. Вот солнечник. На солнышке нет. Надо затемнять. Ничего не видно. Так, вот смотрите. Пошла иризация, пошли наши замечательные разноцветные блики и пудра разноцветная, кто как называет. Вот такие красоты. Сразу пятиугольничек, 18,5 размер, 1500 рублей. И вот такой солнечник. Я, например, такого ни разу не видела.
Вот такая капля. Посмотрите, шикарнейшая иризация. 18,5 размер, 2000 рублей. Тоже солнечник. Апатит. Красавец. 1700 рублей. Круг. Обратная сторона. 18,5 размер. Халцедоновая капля. 18,5 размер. Цена 1500 рублей. Сердолик. Посмотрите, какой красавец. Овал. Ну, почти маркиз. 1500 рублей. Ну, согласитесь, цены более чем демократичные. Наш шикарный авантюрин. Так, размер здесь маленький. 1200 рублей, 17 размера. Можно его сделать больше, но не намного. Может быть, до 18. 1200 рублей. Лазурит. Почти капля. Тоже маленького размера, 17. 1500 рублей. Моховый агат. Вот такая красота. Размер колечка тоже 17,5. Вот такой мох у нас. 1500 рублей. Еще один мох. Посмотрите, пожалуйста. Вот такой шикарный. 2000 рублей. Малахит. Овал. Обратная сторона. 18,5 размер. 2000 рублей. Шикарнейший адуляр. Сейчас покажу, попробую иризацию по-другому показать. Посмотрите. Вот они области. И он еще показывает фиолетовым. Что-то вот так, наверное, покажу. Камера по-своему показывает. Мне нужно вам показать все стороны жизни данного объекта. Вот такая фантастическая иризация. Адуляр. 18,5 размер. 3000 рублей. Малахиты. 1200 рублей. Обратная сторона 17,5 размер. Это африканский малахит. Еще один малахит. 19 размера. 1200 рублей. И еще малахит. Так, что-то у нас тут с камерой. Вот такой красавец. 17,5 размер, 1200 рублей. Малахит с азуритом. Так, сейчас покажу, попробую. 1500 рублей. Вот такая красота, вот такое включение у нас.
размер его 18,5. Посмотрите, пожалуйста, очень интересная форма у него. Высокий кабошон и вот такой треугольник с азуритом. Ой, солнышко как раз на него светит. Так, наш шикарный Марион. Кому не хватило в прошлый раз? Вот такой высокий треугольничек. 18,5 размер. Чистый, непрозрачный. Почти. Вот тут маленькая шторочка есть. 2000 рублей. Вот такой высокий. Высокий треугольничек. Наш шикарнейший черный агат. Посмотрите, пожалуйста, в прошлый раз его не хватило. 2000 рублей, 18,5 размер. Вот агат я могу увеличить. Вот чем больше кольца, тем их ну, больше, до 20 размера я могу его увеличить, кому нужно будет. Вот такой красавец. 2000 рублей. Аметист. Так, сейчас будем показывать. Вот такой со шторочками, с включениями. Замечательный. Даже области иризации есть. Посмотрите, пожалуйста, вот они играют. 18,5 размер. 1500 рублей. Агат Турителла. Круг, обратная сторона, 18,5 размер, цена 1700 рублей. Так, кварц с гранатом и эпидотом. Вот такой красавец. Это для коллекционеров скорее, хотя вот тоже, посмотрите, вот как шикарно смотрится на руке. 1700 рублей. Пинолит, стильная капля. Вот такая красота. 17,5 размер. Шикарно смотрится на руке. 1700 рублей. Еще одна новиночка у нас с вами сегодня. Серпофит. Вот такой листик. 18,5 размер. Вот так это все выглядит. 1700 рублей. Очень стильное кольцо. Вот так покажу его еще. Азура Малахит. Посмотрите, какая шикарная вещь. 18,5 размер. Посмотрите, какое роскошное кольцо. 2500 рублей. Шикарнейшее кольцо. Очень красивое, летнее, нарядное. Как раз вот мартовское. Заренит. Шикарнейший, яркий. Посмотрите, пожалуйста, с яркими включениями. Вот такое у нас сегодня кольцо. Посмотрите, как стильно, здорово смотрится на руке. Цена колечка 2300 рублей. Еще один у нас с вами сегодня авантюрин. Вот такой большой овал 19 размера, 1500 рублей. Шикарнейший лабрадор. И розовый, и желтый,
И вот такая господи, простите, иризация. Вот такой шикарный камень. Стоимость капли 2200 рублей. Еще один лабрадор. Оранжевый. Очень редко бывают такие вещи. Оранжевые, они все больше. Желтые, зеленые, синие, голубые. Вот оранжевый. 2000 рублей. Вот такая шикарная капля. Значит, лабрадоры есть еще. Они у меня не поместились. Они, конечно же, подешевле. Вот такая голубая капля есть. 2000 рублей. Так, сейчас еще покажу. Есть у меня маркиз. Вот такой желтый. 2000 рублей. Размер примерно 18,5 у всех. И вот такой шикарный треугольничек. 2000 рублей. Так, розовый кварц. Так, вот это вот сейчас будет вот такой высокий, я бы сказала, полусфера. 18,5 размер, 2000 рублей. Так, еще один розовый кварц. Капля. 18,5 размер, 2000 рублей. И еще один розовый кварц. Овал. Со шторочками. Розовый, как положено. 19 размера. 2000 рублей. Амазонит. Капля. Большой. 18,5 размер. Цена 1500 рублей. Парагонит. Так, сейчас будем показывать каким-то образом его. Вот такие переливы на нем. Восемнадцать с половиной размер. Шикарный большой овал. 1500 рублей. Флюориты у нас пошли. Вот такая, я бы сказала, черепаха. Сказать разноцветная, значит ничего не сказать. У нее столько цветов присутствует. Сейчас попробую еще по-другому вот показать вам. И желтый, и белый, и красный. Вот легче сказать, чего у него нет. Очень сложно показывать такие вещи. Но у меня, по крайней мере, может быть, опыта маловато. Ну, наверное, вот так покажу. Все равно темно. Вот, может, еще чуть. Вот. Вот это его настоящий облик. 1600 рублей. Еще один флюорит. Тоже разноцветный, полосатый. 18,5 размер. 1600 рублей. Треугольник стильный. Полосатый. Так, сейчас. Вот он. Вот. Красавец. Молодец. Вот такой шикарнейший камень. 1600 рублей. Флюорит русалка. Как мне мастер написал в... Вот так его посмотрим. Немножечко темно, но зато мы его рассмотрим как следует. Вот шикарнейший. Посмотрите, какой стильный. Летний.
Поистине весенний еще и переливается. Вы знаете, вот вам этого я не могу вам показать, вот той красоты, которую сама вижу. 1600 рублей стоит флюорит русалка. Моховый агат. Вот так показывает камера. 19 размер. Ну, тут, мне кажется, осенние краски, если переводить на времена года. Больше осенних. Как бы мне вам показать вот то, что вижу я на нем. Во! Вот это да! Вот такие шикарные вещи. 2000 рублей стоит наш шикарный мох. И завершает нашу сегодняшнюю экспозицию, так и хочется сказать. Вот такой шикарнейший тулит. 18,5 размер. Сейчас попробую по-другому показать еще вам. Вот он, красавец. Вот вы знаете, на нем вот очень ясно выписан природой цветок. Вот четко цветок даже с зелененькой серединкой. Вот цветок мака. Вот я вижу. Вот такие у нас сегодня с вами вещи. 18,5 размер. 2000 рублей. Итак, на этом все. Ставлю традиционно. Посмотрите, пожалуйста, кто-то что-то не увидел, кто-то что-то недопонял. Вот такая сегодня у нас шикарная весенняя коллекция. Ну, а я прощаюсь с вами, пойду деток своих кормить. Всего вам доброго, счастья, любви, добра, самого-самого-самого доброго, что есть на земле. Спасибо вам огромное. С вами была Татьяна.